при обновлении очередной версии Camtasia Studio. Сейчас, кстати, вышла Camtasia Studio 1.2. Вот при ее установке вам предлагается такая опция: установить плагин, который будет входить, который добавится к Microsoft PowerPoint, который у вас наверняка есть на компьютере. И в PowerPoint появится такая табличка в add-ins. Если мы теперь откроем PowerPoint, то появится новый пункт меню настройки, в котором будет та самая строка меню, которую мы вставили, разрешили вставить в Camtasia. Настройка веб-камеры производится здесь. В качестве микрофона я использую микрофон веб-камеры. Выбираю в качестве веб-камеры веб-камеру выносную с HD качеством. В этой настройке камеры можно указать опции «Следовать за моим лицом», ну и всякие дополнительные настройки. Теперь, если я буду из кадра куда-то выходить, то веб-камера сообразит, что надо за мной следить. Сейчас она почему-то не следит, но это не важно. Окей, окей. Единственная теперь трудность будет, привычно было при запуске презентации PowerPoint всегда нажимать F5, а здесь надо будет только нажать, если мы нажмем F5, презентация тоже начнется, но не будет записи. Поэтому надо нажать на кнопочку «Рекорд». И теперь, для того, чтобы начать, можно проверить качество нашего микрофона, громкость записи, надо достаточно нажать на эту кнопку. В качестве примера я выбрал презентацию, одно из последних выступлений на обществе знания в центре знания НН. Пример не очень удачной презентации, поскольку здесь достаточно много текста, просто перегружено текстом, так что эта презентация, по сути дела, является шпаргалкой для докладчика. Сейчас мы с ним меняем сопровождение презентации, пользовать, и останавливаем запись. Можно сделать паузу, а можно остановить. Название будет мобильник 4, храниться будет в Camtasia. Не на обществе знания, в центре знания НН. Пример не очень удачной презентации, поскольку здесь достаточно много текста, просто перегружено текстом, так что эта презентация, по сути дела, является шпаргалкой для докладчика. Сейчас мы с ним меняем сопровождение презентации. Если камеру теперь можно будет переориентировать куда-то в другое место, навести на